Погода в Заполярье преподнесла его жителям очередной сюрприз. Оттепель сменилась снегопадом. Как следствие, снежная каша под ногами, сугробы и колея под колесами машин. Чем запомнится жителям Кольского полуострова конец февраля и чего ждать от начала марта, знает Ольга Щетинникова. Календарная зима подходит к концу. На дворе масленичная неделя. А что же у нас зимой климатической? Идет снег, машины вязнут в снежной каше, а людям сложно пройти в некоторых дворах. По словам специалистов гидрометцентра, это последние обильные осадки на неделе. Дальше погода будет радовать. Активные циклоны, которые так удачно генерировали весь февраль Северная Атлантика, перестают быть настолько активными. И Кольский полуостров будет находиться под влиянием области относительно повышенного атмосферного давления. А это значит, снег будет, но небольшой, и мы увидим солнце. Температура воздуха стремится к зимним значениям. Уже в ближайшие сутки минус 6, минус 11 днем. И в центральных районах до минус 20 ночью. Дальше двое суток такие относительно холодные. 10-15 ночью при прояснении до минус 23-25 градусов. Дневные часы минус 5, минус 10. Суточный ход температуры воздуха уже начал проявляться на Кольском полуострове. Последний день февраля и 1 марта днем минус 3, минус 8. Сильных ветров и снегопадов не ожидается. Масленичная неделя будет комфортной. Остается надеяться, что погода порадует и жилищников. Они наконец-то уберут и вывезут снег. Ведь сетовать на погодные качели и аномальные осадки не придется.